Добрый день, родные мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народная Батюшка. Ну и я все на ту же нашу больную тему. Это пандемия ковид, это заболеваемость, это смертность. Смертность не уменьшается. И, к сожалению, самую главную причину я вижу то, что нет достаточного количества вакцинации. Вчера посмотрел большую передачу, где обсуждалось, что пошло не так, почему мы сейчас на сотом месте по выживаемости населения во время заболеваем. То есть еще 99 государств, у них лучше обстоят дела в выживаемости, то есть меньше смертность при том же самом количестве заболеваний там на 1000 человек. У нас 3% смертность, а в Англии 0,3% смертность от заболевших. То есть у нас почему-то в 10 раз получается больше смертность, чем в Англии. А секрет оказался, ну вот на мой взгляд, и они также в студии обсуждали, в том, что, во-первых, у нас нет вакцинации достаточной, во-вторых, мы не так строго к ограничениям, как в той же Англии или в Германии подошли, или в Китае. В Китае за последний месяц на 1,5 миллиона человек, миллиарда человек, 235 заболевших. Ну, то есть практически ничего. Это можно считать, что практически ничего. А у нас все это продолжается. И одни из тех, кто виноваты, еще раз я считаю, это, естественно, антиваксеры. Вчера на передаче были два тех, кого называют академиками. Гундарев. Второго я не буду называть, потому что он прямо в студии, можно так сказать, и согласился, что он действительно не совсем прав. А вот этот Гундарев попытался еще что-то и пообъяснять, и сказать свое вот веское слово, которое мы слышим, в том числе на встречах у Шукшиной. И знаете, оказалось, что когда он говорит вот перед такой непосвященной массой, и где он один вот такой ученый, или еще несколько, которые его точка зрения поддерживается и не имеет, так сказать, критического восприятия того, что он говорит, говорит легко. И ты герой такой, они хлопают тебе, они тебе удивляются. Здесь стояло всего 3 специалиста против него, 2 специалиста, можно так сказать. Один не специалист, который абсолютно легко все его доводы разрушили прямо несколькими словами. Когда он говорит статистику, я подсчитал, вот это, вот так, вот при вакцинах умирает столько, без вакцин вот столько, вот. А его спрашивают, а где вы взяли эту статистику? В Госдуме человек, сам такой же специалист. Такой статистики никто нигде не публиковал. Есть какие-то зарубежные исследования, но они никак нас не касаются, и сказать, что они научные, тоже, в общем-то, невозможно. Что он ответил? А мне вот знакомые врачи в больнице сказали, а мне там, в общем, одна бабка на лавочке сказала все его доводы. Все, 2 раза его просто спросили, а где вы взяли, укажите источник. Такие данные, и все ему говорить не о чем. Потому что все, что он говорит, это из головы выдуманное. Сам он не вирусолог, поэтому где-то наслушался каких-то бабок, каких-то деток и каких-то, значит, а вот там писали, что писали, это что, научная работа или еще что-то. То есть все, замолчал сразу с 2 попыток сказать опять свою вот такую чушню.
людям, которые в этом посвящены и знакомы с этой темой глубоко, он оказался никто. Второй тоже так серьезно начал, и причем привел очень интересную цифру, которая действительно выглядит очень серьезно, поскольку если у нас по статистике в стране после вакцинации имеется некоторые ряд людей, у которых были плохие, как говорится, последствия вакцины, то и цифра не очень высокая, то он говорит, в мире-то посмотрите, 2 миллиона с чем-то человек после вакцинации получили плохие результаты. Ну, то есть с ними что-то случилось. И это, представляете, какая цифра, это же вакцинации, 2 миллиона. А ему этот же специалист говорит, а вы эти данные взяли вот из этой статьи, там в Ланцете, по-моему, журнал научный такой, медицинский, но вы не дочитали до конца статью. Там же дальше описано, что когда разбирали каждый случай вот таких последствий, то оказалось, что в большинстве случаев они не от вакцины, а человек просто либо у него там сердце не так, еще что-то. То есть от вакцины-то оказался 0,1% от этих 2 миллионов. Вы, говорит, дочитайте там вот на такой-то... Все эти данные есть. И все. И тоже замолчал. И тоже замолчал. Это два самых главных вот таких научных лиц, которые доказывали, что антиваксерство и все это правильная вещь. Антиваксерство – правильная вещь. Но разбирали ошибки, какие допустило государство, и они действительно правильно обсуждали, и действительно ошибки-то странные, и очень какие-то уж такие детские прямо ошибки. Мне кажется, самая главная ошибка первая началась с того, что назвали спутником. Я так удивился, думаю, спутник, зачем спутник? У нас спутник что-то такое, какое-то особо святое. Вот. Это начало космической эры. Я был очень маленький, когда спутники полетели. Вот. И в детском саду, стоя у... Почему-то нужно было к заборчику подойти. А уж когда там нам поставили такую железную ракету, там были дырки, вот мы смотрели и говорили, спутник, спутник, я вижу, вижу днем. А уж когда ночью там что-то летало, все, это точно все, летают спутники. Но что может быть, на самом деле так и было. Вот. Ну так, а лекарство-то зачем так называть? Вакцину-то зачем так называть? И мне кажется, вот с этого началась вся ошибка. Вот с такой, а, у нас спутник есть, у нас Гагарин есть, мы первые в космос полетели, у нас первые женщины, у нас первая вакцина и все остальное. Зачем это все нужно было? Вот такая... Конечно, я понимаю, что хотели продать много на Запад, наверное. Такая была идея. Думали, что все будет быстро, но... Ну и второе, что через губу вот эти все разговоры, че-то вы не вакцинируетесь, да у нас лучшие в мире. Вот это главный санитарный врач, она, по-моему, самое большое количество людей отогнала от вакцинации вот таким своим. Нет, когда она выступает перед президентом, совершенно другой тон. Слушайте, я ее отчет президенту слышал, все, не хрипит человек, а то как больная сидит, через губу не разговаривает. Все, такая бодрая женщина, все у нее. Мы-то почему? В ее глазах такие, с которыми можно вот так разговаривать и таким тоном пренебрежительным учить нас идти вакцинироваться или еще что-то. Я понимаю теперь, что в большой степени я принял решение вакцинироваться, потому что надо было ехать. Я не знаю, где бы я был вот с этим тоном, если бы мне
так и нужно было. Можно было сидеть в пустяках, в своем доме, носить масочку, что я до сих пор делаю и все это. Но я так к чему веду? Конечно, не о том, что в прошлом хочется вспомнить, а о том, что говорят, омикрон идет ничуть не лучше. Вот. И уже заболеваемость во всем мире им большая, и смертность появилась, и смертность появилась. И, видимо, вакцины-то не очень сильно действуют. Вот вчера в этой передаче они так особенно и говорили, что антитела стареют, антитела, значит, ну там в третьей-четвертой вакцине уже вакцина не столько их вызывает, уже организм перестает на нее реагировать, и на самом деле надо бы повышать, грубо говоря, дозу, вот, вводить еще, но так можно доповышаться до того, что ты как алкоголик пьешь и не пьянеешь. Не так я, наверное, сказал. Алкоголик, наоборот, в конечном итоге с маленькой дозы начинает. В общем, дорогие мои, все равно остается вся та же самая задача наша. Во-первых, уберечься самим, особенно вот в эти праздники, уберечь наших ближних, особенно детей, которых очень хочется, конечно, сводить на елку, сводить там еще куда-то или еще что-то. Но при этом мы не осознаем, что они носители становятся иногда абсолютно бессимптомно всех этих вирусов, и привозя их к бабушкам, к дедушкам после всех этих вот праздников и где-то какого-то присутствия, вы можете привести смерть бабушкам и дедушкам. Вот это одна из проблем. Поэтому все-таки поимейте в виду, конечно, сейчас вроде собираются вакцины детям, там это. Сейчас я уже не знаю, насколько вот это правильно или неправильно, даже не буду в эту тему влезать, но как минимум, понимая, как распространяется и кто куда возит, и кто чего значит это, я вас уж прошу как-то сами позаботьтесь о том, что если вы чувствуете симптомы, тем более в себе какие-то это, то носите маску, чтобы других не заражать. Ну и пользуйтесь чаще антисептическими средствами. Я думаю, что они самая главная такая защита. Ну и все остальное. Вот. И будьте здоровы. Больше на улице надо. Я вообще не понимаю, как он может распространяться у нас в морозном пространстве. Только через людей. Только вот только контактом, я так понимаю. Уже по воздуху ни омикрон, ни дельта здесь, конечно, не полетает. Так что будьте внимательны, будьте осторожны. Как мы видим, ошибки и у правительств есть, и у антиваксеров есть, у всех есть. А жизнь-то у нас с вами одна. Нам ее жить. Когда она вдруг из-за нашей глупости закончится, к сожалению, никто у нас не пожалеет, я думаю, так. Потому что такое количество огорчаться. Вот еще один умер. Статистику ухудшил. Да, наверное, так. Вот. Многие охнут, если умрешь. Ну вот жалко, что такая оценка твоей жизни может из-за тебя же и произойти. Так что здоровья вам всем, радости. Все-таки праздники попробуйте попраздновать как нужно, Рождество и все остальное. Но просто будьте осторожны. Будьте осторожны. Вот пришла мысль. Даете ребенку маску, то в маску можно вложить какой-нибудь антисептик, чтобы и ребенку было приятно дышать. И безопаснее было. Все, здоровья всем, радости. Аминь.